好的，我们开始今天我们的题目，那是芥末鬼行，那大概芥末行进字啊，对，你在这，我字是什么？一种进。половина. А? Половина. Какой половина? Нет? Нет? Половина килограмма. Ну, поняла. Это если день, если только эта часть, то вот это ну, 500 грамм, то половина килограмма. А здесь уже день. Например. Кунцзи Шуэйюэн, Ли, 地铁很近。Пешком пять минут, 很近。对，我近 близко, 是的，离地铁 метро 很近。Вот, разберемся, да? А это 行 это вид, это форма.Получается форма, близкий иероглиф. Наша тема какая? Похожие. Да, похожие. А если какой иероглиф похожие? Ё-моё. Похожие иероглиф есть какой-нибудь? Кол和日. А, ну да, вот это уже синтинзы. Кол和日. Да, они... Синтинцы, близкие, да, вот. Поэтому очень часто бывают и ошибки. Как-то мы пишем иероглиф, чинчан се цо. А сегодня наша тема именно такой же. Разберемся. Там какая-то вот эти ошибки бывают. А да? Ну, вот, и тоже. Ну, вот, Настя сказала очень хороший пример. А, Катя? Вот, молодец. З, х, л. Давай. И, ар. Сан, а здесь и, ар. Хорошо. Давайте. У нас сегодня... у нас сегодня листочка. Давайте пишите, да? Вот какой иероглиф против какой иероглиф? Да, давай. И все... Все эти иероглифы, которые мы изучали, да, вот сегодня, мы должны их как-то запомнить. Май. Да? Всегда. Май. Май. О, твой, вот, спасибо. Май. Потом. Май. А также произношение тоже. А май. А как мы будем вот запомнить этот? В чем разница? Ёшимо不一樣. А, ши, да, вот здесь есть ши. И это май. А что это значит май? Продавать. Если мы что-то продавали, то у нас плюс деньги. Вот здесь плюс деньги. Ну так и запомним, да? Май. Хорошо, у нас май и против май. И ко против жи. Да, и тоже там. З против л. Ну такой же, да? Угу. Шао. Ага, Катя, хао. Шао и сяо. Тоже похож на иероглиф, да? Вот. Шао и сяо. Е хэн сян. Пишите. Пишите, у вас список. Да, пишите. И там пинъин и значение для себя. Угу. Да. Вот точно. А? Что еще? Да и хай, по-моему. Какой? Да и хай. А, Катя сказала. Да. Кто? Катя, умеешь писать? Давай сюда. Да, и тай, да. Такой похож на иероглиф. Ну, сами пишите. Да. Да, и тай.
好的，谢谢。来，我们来看看，这个是大，啊，这个是，太。Ну смотрите, если太слишком, еще побольше, поэтому добавили еще одну, да, вот такой. Да,太, 大и 太, 请进。Да, да, хэ тай. Вот как раз тоже. Наша. Вот. Да, хэ тай. Хэн хао, хэн хао. И. Да, ну. Передайте вот информацию, что мы сейчас обсудим. Не тяо шэма минца. Вот, такой какие-то похожие иероглифы, например, вот та и тай, они по форме, по виду, да, похожие, ну, можно писать. Да, сколько у нас уже получилось. Хорошо. Ну, давайте, потом. У нас у каждого есть шанс, да. То есть это значит, не мы женщины, хэндохэнцзи, хэнхао. Так, давайте поиграем. Мы来玩一玩, 来看啊. Как мы будем играть? Мы будем играть? Мы будем找不一样的地方. И 只有十秒钟. Давайте примеры делаем. Например, здесь. Ой, 都很像. Как мы будем называть этот, да? Вот с, ты, ну скажи мне, где этот? Да, вот такой же. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. 好吧, 告诉我, 啊, 哪一个不一样? 我们找 вот 不一样的. Что это 不一样? Одинаковый. 对, 你也одинаковый. 好的, 不一样的. Ну, так.10 секунд, 10秒钟, найдем. 3C, 很好, 找到了, 很快. 好, 下一个. 到, 这里是 3D, 很好, 找到了, 找到了, 这是大和太, 下面. 这个, 4R 很好，找到了。What? 很快的。What are you? 找到了什么呢？那 4R 这是什么？小。少。对，它们很像的。Пишите здесь, да? Вот похожие иероглифы. Иероглиф против 小, против 少. И л против 子, да, вот это наша тема, да, и потом, в конце концов, у вас уже целый список, да, сколько. И эти иероглифы уже надо запомнить навсегда. А, 就是一定要都记住了很像的字. 那下面我们来看这个. 这是什么字? 这个. Bye. В разношении 一样的, 不一样. 不一样. 这个是 Sky. Какой то у меня важно? Денис. Бай. Бай. 好的, бай. Бай это 100, пишите, да? А у нас, а это, 这个是, 这个是什么? Бай. Бай.白很好，白好，我们有白，有白也很像，很像。好的，白和白，
好，但是我们还有什么呢？还有什么呢？Duck， 下一个，看这两个字像不像？像不不。啊哈，像和不也很像。Uh-huh. 好，像。В каком слове будет? Есть. 下课。下午。下午，很好，很好。啊，不。不有。不是。不是啊，没有。没有，不是，也不好。不，那我的不，他们也很像。好，写好了吗？写好了吗？好了吗？好了。好了。好了，啊哈，写好了。Так, дом, все халама? Ага, хата. А здесь пиньин надо писать тоже. Вот это же ся. Угу. Это? Да, шида. А ся что это значит обычно? Ся. Маленький внизу. Да, внизу, да. Вот значение тоже надо писать. Да. А бу. Бу. Нет, нет, да, бу. Хата. Сами, он залай кан. Э, ты нам дадзи.什么？天和大，天和大，是的，一天一大，一对，我那是太的，我天大太啊天，对吧？但что-то啊一样的，啊что-то不一样。好的，大和天，啊哈，写好了吗？大和天，嗯哼。现在我们来看下一个，下一组，那个 bar 的，下一组看，这是什么？这是什么？啊，这个是什么？木。木。啊，木，什么意思？木。什么意思？眼睛。对，眼睛。眼睛，ну, любые там иероглифы, если там есть эта часть, это графема, это связано с грозой, с грозами. Вот. Ага, да? So, вот смотрите, у нас ко, ж, и тебе му. И тебе му. Ну, смотри, только если мы пишем ко, ну так, а если мы пишем ж, уже чуть-чуть, как хуже. Да. Ниже, уже. Да. Чуть-чуть, чтобы он так, не так толстый, да, вот. А, да. А му тоже такой же. А, да. Здесь два. А, да. Ко, жи, ко, му. Вот этот му, значит, гроза. Гроз, гроза. А. И тебе поиграем. У меня варьва. Если очень интересные. А? Подумаем, подумаем. Сян и сян. Наша задача такой. Women, это называется Тя-и. Что можно добавить? Давай, кто ходит? Только один черт, да? Один черт. Кто ходит? Ага, ну давай, Катя. Подумай. Стоп. Вот здесь сколько вариантов? Да. Какой? Можно задать вопрос? Ага. Можно добавлять черту к письму другого? А написание другого. Сейчас, потом... Катя, ты же сама? Потом. Поле. Поле, да. Вот это же тен. Хао, вот. Хао. Еще какой вариант? Давай.
Так, потом ты будешь сюда, да, писать, чтобы я поняла, что это, да, что ты хочешь. А, это же шама? Пай. Ага, пай, второй том. Пай. Только, смотрите, этот пай надо писать здесь, он здесь, здесь. Так, здесь, а не в центре. Пай. А да, вот второй вариант. Хайо, вообще хайо, да? Что ты хочешь? Ну, если добавить к написанию чужого человека. Какой? Ну, одну черточку к другому. А, еще там. Ну так, хорошо. Ну, получается, пай. Хорошо. Ну, это уже плюс два. Да. А то плюс один. Кто еще? Ши хайо. У кого еще? Ши хай хой. Ши хайо. Ну, это самое. О, вот там. Вот чего йо. То есть, чего? Плюс один. Хорошо. Ну, чего же вода, а? Ну, окей. Му. А, ши хайо, ши хайо. Любое место. Ну, может быть, да, конечно, не мехамео ще, я ухожу от сына, не мехамео ще. Ну, можно налево, направо, внизу, наверху, в центре. Так. Вы можете там найти это слово на словаре, на телефоне? Как? Давайте, я буду здесь писать, а вы найдете, что это. Конечно. Так, первые. Ага. Все. Чао и чао. Дан. На телефоне есть. Ага, дан. А да, значение какое? Рассвет. Рассвет. А да, дан. Вот это новый. А тебе давай. Чао и чао. Это что за? Дю. Что это? Старый. Дружба. Нет, дружба нет. Старый. Старый. Чао. А да? Старый друг. Хайо шема? Хайо шема? Оси а, ни мен чао и чао. Это йоу. Йоу, второй тон. Йоу. А, да. Чина. Да, йоу. Угу. Хада. Хайо, ха. Зайси, а. Хайо, иго. Эээ. Татала, ма. Чао-чао. Я. Сири, чон. Нет, это не чон. Угу. Так, кстати, они тоже похожи, да? Это же дя, а чун как пишут? Чун. Вот это же чун, а это же дя.有意思, да? Еще один вариант. Так, у нас база ж. Так, тебе еще добавляем. Мы来看啊. Бум, 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 бум. Все. Шен. 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 А, да? Да. Вот. Мы на кан. Если только плюс один. И, а, сан, си, у, си, ба. Вот. И ка зи. Бенчан. Ба ка зи. Вот. Йо хэн дуо, хэн дуо. Вот. Диан да. Вот. Это очень, как-то, известная загадка в Китае. Там добавляем вот топ-1. Плюс 1. А да, у нас уже сколько иероглиф получается. Хайо. Хайо. О, Чан Лоши, хайо. Лай-лай-лай. Это, да? Я需要加上一笔, да? Я думаю, что это иероглиф все знает. Это Ди. Молодец. Вот, молодец. Да. Да, электричество, да. Дин, дин, ин, дин, ши. А? Какой? Уже один. А, что? Уже девять. Ага, дай, девка. У нас девять штуки, да, вот девять. Девка. 九个字，一二三四五六七八九，九个字，嗯哼，很多字，好的。
下面我们back， 我们要继续玩，来看下一个。嗯哼，那 what I do now？ 那这些说很少 ，now stop， 不博士。现在我们再来玩，再来玩一样的，一样的，不借不一样的字，好吗？找一找，很快，来 ，back， 嘣嘣嘣嘣。Wood. Wood. Wood. 很好，找到了。Wood. 好，下面我们来看它不一样的地方的。好，现在。Ever. Ever. 很快。What? Dr. Minshi. 10 seconds. 好的，下面。我直接我们看到它们不一样的地方，天和大。下面。四系，四系，好的，找到了，好的，下面，对，我们看他们的不一样，什么意思？哦，他们很像，但是也不一样，对，刚才别数的，我这个，不，啊，这是像，什么意思？Вот этот, они сразу были вместе. А этот, смотрите, вот это и это, они не вместе. Поэтому, здесь тоже. А еще черточка отрывистая. Вместе еще есть. Черточка отрывистая. Ага, да. А, то есть, это же там по иному дифа. Дальше, следующий. Угу.我们面试十秒钟就找到了。好的，那下面我们再来看，还有很像的一些字。哎 ，duck， 这是什么字？木。木。好的，这个呢？这个呢？这个本子，说的本子，对，这是本子，我这是 Nas 家的本子，本，好的，木和本，好，下面我们再来看几个字，这三个字很像，太像了，几，九。儿子，好的，几九儿，这么像，太像了，是不是？好，下面我们再来看，米和来，好的，他们这里不一样，好的，米和来，喂，来，咱们说那比赛呢，那 листочка да， какой против какой да вот。木和本，木是什么？记得吧。本，过脸，它会过脸，一粒鸡蛋。木，木和本，木和本。好，写好了吗？好了，下面这几个。几九儿，写好了吗？几九儿，写好了。好，下面这个米是什么 ？This 来。可以。对啊，我必须记。好的，几米和来。那下面我们再来看，还有一些字也很像。1、2、3。弓。这个呢？是。不是。不对。但是你说了。图。Is it duck？ 对，是。Is it duck？ 对。
染来的土。好的，那这里是上面短一点，下面长一点。好，土什么是土是什么？земля。земля。土。好，这个呢？上。上。上，很好，上啊哈。啊？拼音。拼音啊，上，上怎么写的？上是，嗯，上，嗯哼，上。土工好的，他们很像。Поэтому если мы еще раз поиграем там плюс один, то что получается? Давайте плюс один. Давай, Настя, давай. Сколько ты можешь? Давайте плюс один. Ну, пишите, пишите сразу. Второй все. Вот так и... ладно, так. Ага, то есть же ту. И что, сколько можно? Ладно. А можно, наверное, подлиннее? Ага, то есть же да. Ага, да. Ну, дальше. Ага. Сейчас... да, 对，工作的工，好，还有吗？啊哈，这是什么？年，不是年，年，你不是年，不是牛，这是什么？谁知道？这个牛不是牛，我知道，不是牛奶。ну, правильно написала, потому что什么意思, как читать и什么意思? ну, can, а что, какое значение? can, can, сухие, сухой, или чистый, так, can, can, а, да, то еще? это нет такого. Это было как мало. Да, мало. Это еще один какой-то. Ну, все. Все? Все? У кого еще? Сей хай жида? Ся за. Сей хай жида? Сей кай? Сей кай? Саша кай. Лай, Саша лай. 那是家就不是。谁还会？走，来，来，来，来。啊哈，对，对，哥哥的 what that можно， 对对对，是的。还有吗？还有吗？还有吗？啊，я вот скажу。好，我们看看他写一个什么字啊？是虾，是不是？这是什么？三。好的，我们有二，有三，三。好，还有这个图，还有这个是，还有公，还有二，还有啊。干有上好的，но про этот у меня маленькая шутка, такой анекдот. 好，听哈，以前有一个孩子，以前有一个孩子，嗯哼，他要学习写字，他要学习写字，好的。爸爸给他找老师 ，what 老师？嗯哼，爸爸找 is got， 爸爸给他找老师，老师教他教 at， 不是 blip da what 教，老师教他汉字，老师教他汉字，好，嗯哼，他们。开始学习写字，
老师教他一，一很简单。二，好，那也很简单。三，哦，太简单了，我不要老师了，太简单了，不需要老师。你帮他练习那几次。啊，我太简单了，我不需要老师。啊，巴顿，后来，那 следующий день, 第二天，他爸爸说хорошо, если不需要老师, хорошо, 可以, ну, пиши, помоги мне, пишите, кому, там, у нас есть фамилия Ван, 10 тысяч, пишите кому, пишите господину Ван, и он, он开始写, и через час папа нам что, не写完了吗? А что он сказал? Та что же ма? Та что, час у меня еще не закончилось, еще до 5000. А кто, чей сие one, иероглиф one, кто умеет? One. 10 тысяч. Чей сие? 10 тысяч, как писать? Десять тысяч. Я же говорю, все. И Р. Сан. Ван. 10 тысяч. Ван, да? И он там. Нет, подожди, я еще 5000. Еще не дописал. Фамилия Ван. Вот. А да, у нас такой анекдот про как писать, как важно иероглиф. А, да? На русском там было что-то подобное. Да. Угу. А, да? Вот. Это же Ван. Так, а дальше у нас. Ага. Uh-huh. 好, мы лайка. Вот. Следующий, да, вот здесь еще можно добавить тук-тук. Вот это. Это же ю. Это тоже, ну, это фамилия. Чаще всего фамилия. Вы увидите там ю, фамилия ю. Да, вот так пишут. То есть там. 这个我们有1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 variant, вот этот 7 variant, про этот 鱼. 好, и дальше тоже 我们来玩游戏. 准备好了吗? Тебе уже будет. 好, первое. Там 会有两个, да, надо найти два, там, 不一样的. 我们开始. R, 三C, 好. 八一, 八一, 很好. 然后呢, 三C和八一, 很好, 他们不一样. 本, 这个是木, 好, 他们不一样。 好, 下面, 下一个。 7.